братья. Друзья, хочу поделиться с вами эксклюзивной работой. По желанию клиента сшили вот такой колчан с шампурами, топориком и ножом. Клиент сказал, что данный колчан будет жить у него в багажнике автомобиля, поэтому снизу колчана ровная плоскость, никаких складных мангалов, ничего лишнего. И вот такой колчан, стесненный кожей. Посмотрите, вот такая красота, тиснение в виде медведя. Весь колчан тоже тиснен узорами. По периметру колчан переплетен кожаным шнурком для усиления, для надежности. Внутри 12 шампуров. Тут получается колчан в колчане. Вот видите, отдельная вкладка под плоские шампура. Все замотано, вещь дорогая, извините, разматывать не буду, чтобы ничего не поцарапать, чтобы клиенту все пришло в целости и сохранности. С шампуров снята вот такая фаска, чтобы они лучше входили в рыбу, в мясо. Толщина их 3 мм, то есть вещь такая серьезная для больших кусков мяса. Но вообще плоские клиент планирует использовать для приготовления рыбы. То есть такую серьезную рыбину сюда можно насадить, филешку или целиком. И 6 шампуров для мяса. Вот таких тоже троечка, но они поуже. Здесь вот такая спираль, чтобы куски мяса вплотную не прилегали. Тоже сняты фасочки. Все по высшему разряду. Отдельно хотелось бы отметить нож и топорик, которые входят в комплектацию данного набора. Нож скат от нашей кузницы из порошковой стали М390. Вот этот нож я размотаю, чтобы показать вам поближе. Рукоять выполнена из железного дерева Blackwood. Кстати, дерево присылал сам заказчик. Брусок довольно-таки дорогой. Больстер из макуме гана. И порошковый сталь М390 на клинке. Вот такой красавчик. Топорик, который входит в комплектацию данного набора, выполнен из кованой стали Х12МФ. На рукоятке стабилизированный кап клена. Сам топорик выполнен со следами ковки. Такая вот работа. Вот отдельно такой чехольчик, он съемный. Так что, кому из вас нужны подарочные наборы шампуров, ножей, топориков, друзья, обращайтесь. Будем рады выполнить любые ваши заказы. Спасибо за внимание. С вами была Кузница Железные Братья.